Сегодня у нас очередной выезд. Сколько, дня два, да, дожди у нас шли. Вот приехали в посадку, едем на берег Сакмары. У нас где-то 5 автомобилей примерно, патриоты есть, Нивы. Вот. Ну и мы на 31-й едем. Дорога такая жидко хорошая, грязевая. Ты тормозишь, автомобиль уходит. Мы пока едем первые, вот, показать, как это все выглядит. Заодно протестируем наши самоблоки. Хоть, конечно, многие пишут, что задрал ты нас своими самоблоками. Но мне самому просто интересно, и до конца понять я не могу, как они работают. Так-то, если по-честному. У меня получилось проехать. Я даже не блокировался, проехал. Сейчас посмотрим. Здесь нет ничего, никаких блокировок, ничего нету. Берег Сакмары. Блин, а я иду сам, смотрите. Жижа такая приличная. Блин, надо было своя быть. Ну, видите, тоже без проблем. Без проблем. Мы без ходов. Потихонечку пробуем. Надо, знаете, что попробовать в этой грязи, и чтобы было диагональное вывешивание. Thank you.
Так, Шевроле Нива у нас. Пока здесь лебедку. Не по накатанной. Или Нивы легче, да, Толь? Легче, конечно. И здесь, по-моему, самоблок сзади установлен. Да. Ну и там выезд такой прикольненький. Ну, проблем нет, я думаю, выйдет. Давайте посмотрим, как у нас лебедочка. Не-не-не, не газует, ты садишься. Лебедка подтягивает. За Ниву зацепили. Нива немножко откатывается. Ребята, а у нас патриот сидит на мостах. Просто патриот у нас сел на мосты, и лебедка нам не помогает. Так, второй патриот. Двигаем спасение первого патриота. Лебедочка спасает. Смотрите, смотрите, по крайней мере, уже под мостами есть пространство у нас. И потихонечку, я думаю, у нас все получится. Конечно, лебедка в таких случаях идеальный вариант. Медленно, долго, но эффективно. Сейчас переднее колесо, смотрите, упадет там, где заднее было. Сейчас у вас стал диагональный вывершник такой конкретный. Давай еще назад. Сейчас попробуем объехать и проехать. Да, проходишь. Коряга, коряга, коряга. Давай, 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 метр. Давай, 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 нормально. Давай. Все, проехал, давай, потихоньку. Ивековский двигатель стоит. Как видите, без проблем. Без проблем. Грязь, конечно, присутствует. Сейчас налево и выезд. Пытается прям в натяг, на пониженный, тоже не травленный. Сейчас станет на траекторию черного патриота. Ну давай посмотрим. Ну отлично, отлично, отлично. Все, я думаю, сейчас он выйдет. Напоминаю, на берегу Сакмары. Здесь у нас ПГС, ну то есть песок, галька и 3 дня дожди. И выезд налево идет. Вот, видите, что-то не получается у него. Как я говорил, выезжаешь и налево. То есть подъемчик, скользко. И не получается, не получается. Шевик на летней резине. Никаких помощников у нас нету. А патриот никак не выйдет. Еще вправо, еще туда, сюда.
Это получается перед и зад накопал. Ну, видно, что накопано. И садится просто днищем. Так, Андрей приехал на Форде. Ну вот, смотрите, просто мы сидим. То есть здесь накопал, смотрите. Все, ребят, я думаю, на этом все закончится с Патриотом. Нива у нас поехала по следу УАЗа. Ну, результат, естественно, да, Жень? Плачевный. Плачевный, да. Ее просто вывесило конкретно. Там. Кажется, глупости, да? Но не глупости. И все. Вот он сидит. Или обороты ему нужны. Все, все, сейчас выйдет он, выйдет, выйдет. Еще, поехали. Стоп. Дергай. Поехали, Жень. О, получилось, получилось. Ходом идти. Давай. Вот так вот. Если Шевик ходом не пойдет, я думаю, будет у него тяжело. Здесь видно, что, да, он сидит. Ну, отлично. Обещал цепи одеть. Сейчас посмотрим. На цепи. Да, вроде цепи одеты. Цепи одеты. Ну, давайте посмотрим. Ну, да, глубоко. Закидывают, ребята, вообще. Ой, бля, жесть. Да, цепи одеты у человека на заднем колесе. Сейчас вам покажем с другой стороны. Ну да, правая сторона утонула, уперлась. И не получается. Пытается назад, пытается вперед. Зацеп, в принципе, на задней оси хороший. Но, к сожалению, нет. Да. Будем дергать. Андрей, все, стой, стой, куда поехал? Давай, где у вас сидел. То есть сейчас едем там, где сидел у вас. По той же колее, вот, заходят. Ух, ё-моё! Ты, ну вообще классно. От души. Полный блокирует.
комфорт, где Нива сидела. Ниву вытащили. По другой траектории пробуют. Нет, ну моща, моща. Однозначно. Супер машина. Хода под... Хода подвески. Супер. Да. Грязь лезет. Нет, ну это жестко. Колеса прямо поставь. Все, сели. Патриотом дергаем. Нет, перед вообще сидит мертвый. А сейчас патриот у нас тоже на нас засядет. Однозначно засядет. Так, ну смотрите. Трос подтянули, поехали. Такую массу разве сдернешь? Вот просто перед прилип у нас и все. Задница крутится, перед нет. А чё он утонул, патриот? Что ты накопался, блин? Что ты закопался? Ага. Заднее колесо утонуло. Короче, патриот у нас тоже засел. Жень, Жень! Отцепи его, отцепи его! Сейчас я отцеплю тебя, стой. Здесь порода. Какая у нас земли-то? Чё, это песок в основном, да? Мелкая, мелкая ил, да, в основном галька мелкая. Да, ну и патриот, как видите, полностью, полностью погрузился левой стороной. Попытаемся откопать, чтобы немножко было движение какое-то. Туда я не пойду, потому что я утону. Вот Инстаграм Анатолия, можете с ним связаться, если интересно, пообщаться. Нет, Толь, все. Нет, нет, не пойдет. Арсель! Ну вот, смотрите, у Форда лебедка. Зацепили за дерево, а вторую лебедку за патриот. То есть двумя лебедками попробуем потянуть. Ну, в принципе, даже Форд уже своей лебедкой уже струнулся.
посмотрим. Вот лебедка. Изо у вас лебедка. Двумя лебедками тянем. Да, классно, классно. Ну вот, сам себя спас. Не очень интересный его подводчик. Угу. Ну глубоко, конечно. Плотненько, плотненько. Угу. Нормально. Поехали, поехали! Все, отлично. Отлично. Да мне кажется, сложно. Траектория очень сложная. Да, или ходом. Вот, опять он мостом просто упирается и все. И все на этом. Все, достаточно. Это достаточно. Ты всем все доказал. Да. Ты на мостах сидишь? На мосту сидишь, все. Давай, крути! Подожди, я отойду. Так, ребята решили развернуться, но у вас присел опять. Андрей выезжает. Ну, здесь уже по-простому. Небольшая горочка и выезд. Да как так? Как так? Да он не планировал сегодня ехать, у него день где? После Форда все утонули. Нет, это не мой день. Однозначно, Толь. Повис, да? Да, повис. Ну, после Форда повис, естественно. Охренеть. Андрюха сейчас газовал, ехал специально, наверное. Ну что, будем закругляться. Попробуем. Попробуем. А, динамка моя уже 2 года. Вот ей дергаем, 10-метровая. Наш товарищ вяжет. Ссылочку оставлю, кому на трассы динамические нужны. Ну, мне кажется, очень тяжело, чтобы у вас в гору. Во-первых, ему самому тяжело подняться. И рывка нету. А там даже вообще мертво, бесполезно. Нет, не вариант. Не вариант. У вас зацепили. Лебедка стаскивает у вас, бесполезно. Тот у вас сидит вообще плотно. Бесполезно, бесполезно. За динамку зацепили и лебедка. Нет. Стой, стой, стой!
Тихо, есть. Еще, Андрюх, надо. А сейчас, смотри, педан накрутит. Педан, покажи. Стой! Ну что теперь на линии, только педан. Да нет, здесь-то можно это проскочить. Евгения, смотрите, как тут все прикольно сделано. Яички жарятся. Все, газовые баллончики. Нива оборудована. Полноценный отдых. Вытяжку надо, Женька. Вытяжку такой. Трубу. Дымоход. Иди помогать, что вы, блин, я один что ли должен? Мне уже говорит, пойду, скажет, что ты говоришь, нет, спасибо. Надо быстро, пока я тут не нашел.